месте сделать. Что? Подвивки не надо? Да, надо сделать. Раз все, так все. Подвивки, подвивки. На что завалишься в совет, в Москву? Ага. Поеды и раздумали. Передумали. Она же приходила, это Маша Чевелева, ко мне. Вы ей письмо писали? Да. Лицо покажи. Поклон мне приносила. Да, письмо писала, да. Сада, Санахия Маякеневна тебе поклон пишет. Ну, говорю, спасибо. Александра Константиновна, не знаете, что вот черное на шапке значит? Это дорога, земля. Черная. Земля. Земля, да? Вот знаете, не знаю я, вот к чему вот это. К чему? Цветочки? Вот это нет, пучочки? Нет, это цветочки, закон растет. Закон растет. Наш, да. А вот этот вот прозумент? Вот прозумент, да, не знаю, прозумент не знаю. Ну, завтра, вот. Видимо. Да, вот Володь Тихону будете знать. Заповедь? Да. Ага. А вот эти вот ленты отходят от... Вот чего? Эти ленты, вот эти, да, ленты, да, да, это дорога. А, ваша, да? Да. А это чуть ли земля, плиз. Ну вот, Володь. А где будут мои ножницы? Вот они, чуть я чуть. У меня... А у вас рубаха старая на вас, да? На какая ж старая? Ну, я манишку подвяжу. Да, я-то хоть и не снимай. Чего тут? Не все. Я разобью аппарат ваш. Это бы кого-то молодые бы. Молодые? Не, ну молодые тоже. Открывай. Ну я вот эту юбку надену. Покажите юбочку нам. Это старинная, старинная, еще моей бабушки. Раз хотите старинную, я и занавеску достану старинную. Конечно, доставай старую. Да, конечно, она у меня еще на голубая. Можно я тебе край? Алый нету тебе? Нет, а у меня голубая. И лиловая есть, но я же у меня голубая. Рубаха у меня старая, а я вот этот воротничок подвяжу вот так.
Эх, миленький, у нас чисто не походишь и нарядно, скотина. Ну, ничего, пока не понимает, что мы. Платье полный сундук, а убираться некогда, времени нету. Ну, я куда сделаю занавеску свою эту, голубую. Ну, ты покрывайся, я найду. Ну, да, найдешь, если я уж укажу. Это найдешь. Ну, я чего-то не мела, я здесь голубая. Ну, сизую, подвязывай. Это лучше голубая, где я ее делаю потом, я знаю. Вот она, вот она. Корсет? Ага, корсет надевай. Ну, етычка. Ну, етый надевай. Черный надевай. Ну, етый надевай. Постой, а запон? А запон этой у тебя брали? Ну, нехай. Чего ты? Пускай запон этой будет. Ну, а чё ж? Там его на карточке не видно. Стой, теперь платок надо. Ну, черный покрыть. Черный покрывай. Поедем, Константину, ну, в Москву под старость лет. Ох, петельчик порвал. Надо тихо, чтобы... Я буду ударить тебя. Да я хоть зубы... Че не надо уж зубы надевать. Скажите, а почему вы такую красивую шапку платком покрываете? Ну, не пойдешь же. Так, закон такой. Это вот она... Когда в комнате сидим мы дома, платком мы не покрываем. Когда... Наш обряд раньше, когда не сменили его, молодые все такой ходили, как нарядимся, у кого такой корсет, у кого зеленый, у кого сиреневый, вот хвартуки, у кого такой, запона. Как пойдем, вся улица была наряженная, а теперь... Да, все сменили. Ничего не осталось. Вот вам и я. Зубы надеть. Зубы надеть. Или вот так уж, как старые я, вот так. Как старые? Как я старые я. Теперь. Начинайся, как? А? Ну, будто. И что это за туфельки такие? Башмаки! Это называются. Старинные, старинные. Наш обряд самый. А иногда их вышивали, да? Да, есть и вышитые. А каблучки какие-то у них странные? Хорошие. А что за каблучки такие? Не почищенные, им только меточки не блестят. Так. Ну, странные, такие раньше носили. А из чего они сделаны? Из кожи. Нет, каблучки? Медь. Ну, тоже толстая кожа, а потом меди оковали. Да. Спасибо. Вот вам и я. Меня труба не закрыта. Меня там и жаль не загребли. Мёрзнуть уходить.